Песня уже пошли исполнительские, так скажем. Моего друга Дмитрия Курилова. Она называется «Ангел пожилой». Дима автор из Москвы. Раньше он проживал в Калуге. Он кандидат филологических наук. Написал... А, да, Костроме, извиняюсь. Кандидат филологических наук. У него диссертация по авторской песне как раз. Вот. Прекрасный бард. У него есть книжка, которая тоже называется «Ангел пожилой». Там много стихов его, и у него много песен. Вот одна из них. Называется «Ангел пожилой». Остался ангел пожилой, а мне достался ангел обветшалый. В мое окно вечернею порой стучится он, как путник запоздалый. И я, представьте, сам уже привык смотреть в часы закатного бессилья, как пьет свой чай сидеющий старик, сложив в углу потрепанные крылья. Смотрим выпуск новостей, мы чувствуем, как осень наступает, наш зыбкий мир ребяческих страстей в глазах его небесных утопает. Возможно, он устал на нас смотреть. На солнце его крылья обгорают. Возможно, он хотел бы умереть. Но ангелы, увы, не умирают. Терпит все мой ангел пожилой, порхая надо мною светлой тенью. Шуршат столетия за его спиной, завидуя его долготерпению. Быть легким нелегко в наш грузный век, шутя, овладевая высотою, и дьявола змеиный интеллект теряется пред нашей простотою. Спасибо.